Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся наушники Eona Wireless от компании Amazon. И сейчас мы разберемся, как отключить их от устройства iPhone. Итак, для начала мы переходим в настройки Bluetooth на iPhone. Для этого мы смахиваем шторку с правого верхнего угла, зажимаем настройки Bluetooth дважды, потом нажимаем надпись настройки Bluetooth. Здесь нажимаем кнопку «И» возле названия наших наушников и нажимаем «За отключить». Если вы решили полностью стереть наушники со списка подключений, нажмите на «И» и нажмите «Забыть это устройство». На этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!